Мои хорошие, привет-привет. У нас полдвенадцатого ночи. Мои дети спят. Полдвенадцатого — это для них рано, что они уснули. Сын вообще где-то полодиннадцатого уснул. Поел и сразу вырубился, пока ел. Дочь тоже, пока ела, уснула. Почему они так рано уснули? Потому что сегодня мы гуляли, и потом после прогулки зашли в офис к мужу, там кто приходил, все играли с ними и так далее, они устали. И вот очень рано уснули. Ну, и я делаю такой вывод, что они устали и рано уснули. В принципе, не важно почему, главное, уснули, спят, машала. Завтра мы идем к врачу, к педиатру, у нас очередной плановый осмотр. По-моему, месяц прошел, как мы были последний раз, я не помню, ну, как бы приблизительно. Посмотрим, сколько весят, насколько выросли и так далее, как развиваются, все пусть скажет нам. Педиатр у нас русскоговорящая, местная, здесь уже сколько лет живет, но она говорит на русском. Я искупалась, сделала ночной уход, чувствую себя прекрасно, хорошо, когда детки спят. Сегодня натерла так ужасно ноги. У меня вечная проблема. Сразу говорю, ничего не советуйте, мне ничего не помогает, потому что у меня косточки выпирают, как копыта. У меня вечная проблема, бывают мозоли. У нормальных людей, вроде, если они обувь уже относили, ногу натерла, мозоль уже была, отошла, прошла точнее. Второй раз эту обувь не должна натереть. У меня она натрет и 10 раз. Если я какую-то обувь не носила, ну, хотя бы 2 недели, все, мозоль мне гарантирована. Да, мне всегда было так. Всегда. Очень редко, это, наверное, из 20 пар одна какая-то пара обуви будет, которая мне натрет. И я не знаю, с чем это связано, которая мне не натрет, точнее. У меня копыта ужасные, поэтому натирать я даже показывать не хочу, там уже что творится. И главное, натерла на обеих ногах. Хоть я и пластырь заклеила заранее, знала, что натрет, но немножко ничего не помогает. Просто такие дни мне нужно бывает пережидать. Завтра я даже не знаю, какую обувь надену. Она же спортивная, даже в кроссовках мне будет больно. В тапках пойду. В носках и в тапках. Жалко, у меня цветных носков нет, правда. Ну ничего. Ладно, всем спокойной ночи, у кого ночь. Доброе утро, у кого утро, и хорошего вам дня, если у вас день. А я на боковую. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас 5 апреля, мы были на приеме у педиатра. Что оттуда? Как всегда, все прекрасно, как всегда, все хорошо. И у сыны, и у дочи. И не сомневались, в принципе. Взвесили, измерили, растут, машала. Все хорошо. Ой, будь здоров, мамина. Подтверждаешь мамины слова, да? Следующий прием. Сказала через месяц ходить врач. Выписала нам витаминку. Витаминки, рыбий жир сказала сейчас давать. Но я чуть-чуть подожду. Чуть попозже начну давать рыбий жир. Вот. Дотя в кресле, сын на руках. Сегодня очень жарко у нас. Выходили из дома, не было так жарко. Сейчас где-то 11 часов, 11:30, наверное, очень жарко стало. Сынулька? Что ты там? Да-да-да-да. Он уже начинает слогами болтать. Все время да-да-да-да-да. Что-то кричит, возбуждается. То ли дай говорит, то ли да-да говорит. Не знаю, что ты говоришь. Как сложно в машине снимать. Ты чем занимаешься? Сама не сплю и маме не даю, да? Да, мамина? Куда пошла? Акробатка ты, да? Ты акробатка? А? Людочка, бубочка? Бубочка. Ой, какая девочка красивая. Ножки задираешь, да? Ай, Мама же спать хочу. Мама сегодня рано встала. Да, и в коляске тоже не спала мама. Да.
Мама, хочу поспать. А ты не хочешь, да? А, все, пошла. Зера? Зерашка, иди сюда. Иди сюда. Покажи язык, как ты показываешь всем язык. Ну, язык мы уже редко показываем, мы нижнюю губу выпираем. Да? И ноги затираем. Это наши новые достижения. Хоп-хоп-хоп, сделать тебе? Хоп-хоп-хоп, сделать? Глазки строишь, да? Ой. Асланчик спит. Как пришли домой, так заснул ребенок. Это некогда. Это целая попа энергии у нее. Вертихвостка маленькая. Ага. И чё? Молодец. Все? Зера? Зерашка? Давай все-таки поспим немножко с тобой. Полчаса хотя бы. Давай, полчаса поспим. Ну, мы все поняли, что ты ноги задирать умеешь. Ой, если она не хочет спать, ее не уложишь. Вот так будет вертеться, крутиться. Ай, мамины волосы дергать. Мамины волосы, ты что дергаешь? Ты что дергаешь? Ты что дергаешь мамины волосы, а? Мартышка. Давай, мама, хочу закрыть камеру. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня, пока детки уснули днем, я пересадила свои цветы. Пересадила вот этот вот цветок в побольше горшок, потому что ему уже места было мало. Замиокулька срастет и растет у меня, машалла. Пересадила вот этот тоже побольше горшок. Вот этот. Ну, это что-то я как-то немножко кривенько пересадила, но ничего. Знаете, что мне интересно? Вот эта драцена, она по мере того, как растет, вот со ствола листья теряет. И получается, здесь она красивая такая, а снизу голая. Есть какой-то способ сделать, чтобы она отсюда тоже росла? Не знаю. Еще пересадила я вот этот. Посадила, точнее, я его наконец-то. По-моему, это свиное ушко. Я не знаю, как он называется. То он такой сейчас слабенький. Я надеюсь, приживется. Этот цветок мне принесла свекровь. И свекровь сегодня приходила, она посадила мне мяту. Вот. Началось все с того, что пришла свекровь, посадила мяту. И думаю, давай-ка себе, раз пошла такая пьянка, быстро-быстро все пересажу. Мой фикус растет, нашла. Вот. Больше ничего пока не пересаживала. У меня есть еще несколько маленьких фикусов. Их тоже нужно пересадить побольше горшки. Надо посмотреть, у меня на том балконе горшки есть или нет. Вот так вот прошел у меня день. Не могу закрыть камеру. Вот иногда у моего телефона бывает, я не могу закрыть камеру. Так-с. У меня минута спокойно чаю попить. Чай. Муж пришел домой, поели. Я сейчас хочу попить чай. Дочь уснула, она сегодня машалла, машалла. Сынуля вот здесь вот сидит. Дорвался до своей копилки. Это копилку бабуля принесла. У него голубая, у дочери розовая. И вот. Он понимает, что там внутри что-то есть, трясет ее. Ну, естественно, все в рот засовывается. Вот так вот. Так что он очень занят. Он у меня сейчас занятой парень. Они сегодня с сестренкой на наспор на перебой мне кричали. Он да, она тоже что-то там кричала. У них все сейчас идет паспорт.
İçinde bir şey olduğunu anladı, böyle böyle yapıyor. Onu şey yapıyor ki, biberinde de saldı böyle. Şimdi saldı. А, кстати, еще сегодня он, когда пил воду, он начал играться с водой, звук воды, он понимает, что там что-то шевелится, и раз так крутит, вертит, короче, растут дети. И за каждым таким моментом ты наблюдаешь с таким умилением, не знаю, это какая-то радость такая. Ай, как она бабушка шутит открытым ртом. Ай, минаши, минаши, минаши. Ай, бузин, 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 бузин. Ай, принцесса, принцесса, бузин. Татлы кызым, миник сураттым беним. Миник сураттым. Бабасынын татлы кызы бу. Татлы кызы бу. Рыжик кызы бу. Ерим удилини. Привет, привет, мои хорошие. У нас утро. 10 часов, да, как раз ровно 10 часов, вот у меня показывают. Детки только проснулись, вот я их только накормила. Ну, минут 15 проснулись, папа докармливает дочь. Сегодня такая погода никакая. Ай, дождь идет за окном, прохладно, сделала побольше отопления. И хотела показать вам свою гору посуду, которая у меня собирается. Вот она, вот о чем я говорила. Мыть посуду я люблю, но ставить ее, класть по местам, это вот самое, наверное, что я не люблю. Это как раскладывать посуду, гладить и готовить еду. Это вот три вещи, которые я не люблю в домашнем хозяйстве. Ну, хочешь, не хочешь, сейчас придется мне это все разложить. Кстати, я еще даже не умылась. Вот так вот я выгляжу с утра не умывшаяся. Да-да. Сейчас разложу посуду. Чайник я уже поставила. Завтрак приготовит муж. Почему готовит завтрак муж? Потому что я бываю с утра занята детьми, играем, болтаем и так далее. Время провожу с детками, пока муж готовит завтрак. Потом они засыпают плавно, у них сон продолжается, и мы с мужем идем завтракать. Вот так вот. Кстати, сегодня я не взвесилась. Интересно, сколько я вешу? Сейчас посмотрю. Сейчас. Да-да-да. Блин. Было 66. Опять что ли я набрала? Нет, или 66,5 было, я уже не помню. Но что-то другое было. Короче, пошла я на кухню. Мои хорошие, вчера у меня вышло в эфир видео о моем заработке на YouTube. В принципе, я не собиралась эту тему скрывать, просто как-то руки не доходили. Вот, рассказала все, спасибо всем. Очень много, 99%, наверное, было хороших комментариев. Даже нет, все 100% были хорошие комментарии. Мне ни один комментарий не пришлось даже удалить и никого заблокировать. Даже с нуля, да. Вот, поэтому спасибо всем. И столько людей написало. Где фокус? Столько людей написало, что теперь будут просматривать мою рекламу. Очень приятно, очень приятно. Спасибо, мои хорошие. Я обязательно вам дам знать, увеличился ли мой доход, вот, начиная с того дня. Обязательно дам знать. Ведь столько людей пишут, что будут смотреть рекламу. И мне самое интересно, насколько увеличится доход от просмотра рекламы. Ты тоже хочешь разговаривать, да? Он у меня уже дай-дай-дай-дай-дай-дай кричит. Дочь у папы на руках, он ее укачал, уложил и... Точнее, укачал, она спит, и он не хочет ее укладывать в кроватку. Она спит у него на руках. Сын уже спал, где-то 3 часа он проспал. Сейчас проснулся, мы поели. Сколько мы поели? Сейчас скажу. 100 и 160, 260 грамм поел сынуля. А ты куда? Он к телефону ползет. Вот. Как я и говорила, погода у нас сегодня такая пасмурная. Дождь был, дождя уже нет. Ты что завалился?
Что ты завалился? Давай, вставай, помочь тебе? Давай, мам, помогу немножко. Давай. Вот так. Вот, давай. Молодец. Вот, погода пасмурная. Сегодня никуда не выходим. Сегодня у нас суббота. По-моему, да, суббота. Со вторника, следующей недели, у нас начнется массаж, наконец-то. Вот. А потом я буду делать еще 4-й курс массажа. Мне, в принципе, в России врачи говорили, что нужно делать 4 курса массажа обязательно за год. 2 мы сделали, осталось еще 2. У меня такое сонное состояние сегодня, потому что я вчера часто ночью просыпалась. Что ты там разглядываешь? Он вечно чем-то занят. Ай, мои волосы! Иногда они вообще не реагируют на мои волосы, иногда прям тянут. Синуля, Аслан, скажешь что-нибудь? Да-д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 а. Скажешь что-нибудь? Да-да-да-да-да. Нет, не хочет он разговаривать. Еще раз хотел поблагодарить всех вас. Спасибо, мои хорошие, вам всем. Закрываюсь.